Строительство оправдано. Дорога между селами и регионом – большая редкость. От одного населенного пункта до другого можно добраться по реке или же авиатранспортом. Однако в Пёрском сельсовете не так давно обустроенная дорога соединяет все три населенных пункта. Наталья Дуркина продолжит тему. Дорога протяженностью в 40 километров соединяет три населенных пункта. Это Нижняя и Верхняя Пёша, а также Волоковая. Дорога пользуется спросом. Очень много машин. Раньше было мало. Были в основном мотоциклы. И такое содержание дороги не было, потому что денег выделялось мало. А сейчас дорогу содержим мы круглогодично. Летнее содержание, зимнее полностью. До того, как дорогу построили, добираться от одного до другого населенного пункта было сложнее. Летом дорогу попросту разбивало, зимой же путь заметало снегом. К слову, сейчас для того, чтобы предотвратить образование сугробов на дороге, возведены заборы на протяжении всего маршрута. Со временем мы приобрели технику, то есть снегоуборочную, наш накоротор, который откидывает снег, и чистим. У нас задействовано 4 человека. Для того, чтобы, когда гололед, у нас есть пескоразбрасыватели. Заготовлен песок для того в сухом месте. И посыпаем песком для безопасности движения. Сейчас по маршрутам можно в считанные минуты добраться до места назначения. Будь то поездка на работу или вызов экстренных служб. Дорога себя оправдала, потому что... ездят на машинах коммунальные службы, медицинские службы. Все. Добавлю, для содержания дороги на 2022 год из окружного бюджета выделено более 21 миллиона рублей. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Нижняя Пёша.